Заканчивается семинар «Технологии и инструменты оценки персонала» методом Assessment Center. Давайте узнаем у наших слушателей и преподавателя, как все прошло. Илькин, добрый вечер. Добрый вечер. Вы прилетели к нам на наш семинар из другой страны, правда ли это? Да, я из Баку. Мне очень понравилось ваш курс, ваш город. Честно говоря, преподаватель Наталья Самоукина мне очень понравилась. Она хороший тренер, и я много изучил из него. Я хочу испытывать эти, связанные с нашим работой. Спасибо вам большое. Надеемся увидеть вас на наших других семинарах. Спасибо большое. В первую очередь хочу сказать, что действительно семинар оправдал мои ожидания. Очень много практического опыта было получено, много нового, много всего, что, я думаю, обязательно буду применять в своей компании в будущем. Ну и, наверное, отмечу также, что финансовые затраты семинар также оправдывает. Спасибо за ваше мнение. Будем рады видеть вас на наших других семинарах. Спасибо. У нас закончился трехдневный семинар по ассессменту. Ассессмент – непростая тема, потому что это оценочная, такая тяжелая, может быть, технологически процедура. И я заметила, что HR, сотрудники служб персонала, в общем-то, как правило, трудно воспринимают эту тему. Нужно оценивать сотрудников. Впереди кризис или вот уже разыгрывается кризис. И, конечно, самооценка проходит непросто, потому что люди чувствуют, что кто-то будет понижен в должности, а кто-то даже и будет уволен из компании. Вот так называемая жесткая оптимизация. Но надо признать, именно эта группа, которую мы сегодня завершили, 15 января, замечательная, классная группа, позитивная, легкая. Где-то в сложных моментах мы находили в себе энергию шутить. Мы обсудили даже те технологические приемы, которые называются искусство психологической беседы, как смотивировать сотрудника на увольнение. Понимаете, в чем дело? В результате, может быть, ассессмента. И поэтому очень комфортно, содержательно, интересно. Сильная, интересная, позитивная группа. Прошел семинар. Замечательно. Спасибо вам за ваше мнение. Спасибо за проведенный семинар. И, конечно же, надеемся в скором времени увидеть вас снова. Спасибо большое. Я с удовольствием сотрудничаю с Московской бизнес-школой.